Всем привет! Всех с Новым годом! С новым счастьем! И у нас такой вот праздничный стол. Аджика домашняя. Сами делали огурчики. Огурчики покупные. Пироженка. Запарила я эту лапшу. Положила сверху. Сыр растопился. Сыр тянется. Глянь, тянется сырок. Вот такой праздничный обед. А здесь у меня яичница с мясом. Вот такая вкуснотища. Погода новогодняя, снег. И такой хороший снег. По косточку. К вечеру что-то температура на плюс хочет перейти. Ходила, гуляла опять по магазинам. Очень вкусный новогодний обед. Поэтому надо мотать. Я думала, сыр только в микроволновке плавят. Очень хорошо положить сверху вот этой лапши. Очень вкусно. Сегодня посеваю. Кто сколько денег напосевал? Лапша с соусом. Очень вкусно. Ой. И ложкой, и вилкой. О. Я так хотела есть с мороза, что я не знаю, мне кажется, что я не поем теперь все. Mm-hmm.
Забежал. Эти ложки китайские очень мелкие. Нашей зачерпнешь? Я уже супа наелась. Так. Это есть. Что ты? Не влез сюда, не влез в тарелку. Иди своим хвостом. Надо хлеб, наверное. Бошик, что ты хочешь? Что ты хочешь яичницу? Mm-hmm.
Ляпало все. Что? Стол хорош, рот никогда открывать. Огурчики магазинские, ничего, не сильно с этим уксусом.
Холодно в квартире. Но выпалось. Новый год будет хороший такой обед, чтобы всегда у нас на столе все было. Мясо, яйца. Вермишелька, это мука, хлеб, юшка и томат, помидоры, аджика и пироженка сладкая. Ой, боже, чуть не упал носом. И погода хорошая, будет урожай. Трубочки натуральные делают куличи, хорошие. Белковый крем, тесто. Чая не хочу. Запивать будем водичкой. Вот так нас встретил Новый год. Очень даже хорошо, чтобы всех было так за столом, на столе. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто был со мной. Не забываем писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.